Всем привет! И сегодня мы будем читать нидерландскую книжку. Вот такую вот, разноцветная она такая. Называется «Гекше Лили». Мы остановились на 76-й страничке. Вот такая вот. Прикольно то, что у нее руки есть. Много рук. Я очень давно не читала. Вот. Хочу при вас почитать. Просто так. Я читала не при вас, очень много страничек. Я, конечно, люблю читать, но не нидерландские книжки. Они мне не так сильно нравятся. Так вот. Ну, зато тут не так много вот читать. Ладно, много. Тут много читать, но в украинских книжках не так много читать, но если брать маленькую книжку. Ну, ладно, начнем читать. «Is the can lily broken?» Madhar Kennis, author for the Baltic, Nid Alain Anders, is under the indruck. Ook Jurgen staat ervan te kijken. Dat moeten we tegen juf Alice zeggen. Juf Alice – это, ну, как бы учительница. Я, наверное, не поняли. Zegt hij. Zij moet Lily in de team opnemen als... Тактиш от фисер. Ну, как бы, она, ну, как бы, с какими-то друзьями контакт делает. Ну, как бы, у нее не было никогда контакта с друзьями. Как бы, она там руками что-то делает, там показывает. Так, вот. Ейче, это имя. Я зау эйн футбол комментатор. Она в футболе. Комментатор, ну как бы футбольный комментатор. Фан студио спорт нох ондер тафл клетсен. И она, как я поняла, под столом разговаривает с кем-то. Он хлоп лайк. Дат клопт. Хэт из эхт он хлоп лайк. И дат зондер тофена. Тун лилин. Eenmaal wist dat ze met Anders naar de Interland zou gaan. Ну, как бы, она другими учениками, ну, как бы, были... Я не поняла. Как бы, были одни ученики, она их учила футболу. И она теперь пошла с другими учениками тоже учиться. Так, вот. Heeft bijna de hele nacht in haar voetbalboek. Она целую ночь сидит в футбольной книжке. Ну, не сидит именно, а читает. Ну да, тут еще говорится Хлейзен. Читать. Noch twee hoofdstukken. Over voetbaltik. Heeft de bestudeerd. Как бы у нее еще осталось два заголовка. Подожди. Да, два заголовка про эту книгу. Она ее скоро прочитает. Vol verbazing en moed open mond hebben de top voetballers van school naar Lili's verhaal geluisterd. Ну, как бы, она все время открывает рот, когда видит лучше ее футболистов. Как бы, она рада, потому что она не одна, как бы, футболом хорошо занимается. Over the Italians, Catenaccio, for dating, Hestafelden, Obstelling. Ну, как бы, из Италии. Как бы тоже футболисты, ну, как бы. И тут говорится то, что в Италии есть футболисты. Ну, как бы, не в Италии именно. Ну, как бы в городах там. Ну, именно в Италии. Как бы проходит там футбол, вот эти вот все штуки. Пресси футбол. Это приз футбольный.